Всем привет, друзья! Вы на канале PlayGoWin. Меня зовут Вадюня. Так, в этом выпуске, в принципе, что? В этом выпуске я продолжу объединять Империю Италию. Империю Италию, и, в принципе, можно будет... Сначала надо сделать вот так вот. У меня бесит, оно так орёт. И можно будет Аль-Махадид подразбить. Вот, пока что тут у меня были вчера неудачные военные действия против лотарингов. Священную Римскую империю я там что-то немножечко подразбил. Вот, тут же Польша укрепляется прекрасно. Ну и в принципе что? Можно будет... Пока что вот сюда взор свой отправлю, а для начала надо что сделать? Правильно. Разбить королевство Баварию. Вот. Наши де юре территории. Вот королевство Баварии. Это. Но их нет просто. Или они есть? А, вот они. Домино. Так, вижу я тут пару земелек. Так, ну, соответственно, сейчас вот это вот все дело я аккуратненько и быстренько завоюю. Посредством мошеннических действий, да, с подлогом на право земель. Ну, а что делать? Надо же как-то крутиться. Ой, принцесса Констанция. Посмотрим, кого. Можно будет взять в союзники. Раз, два. Эти у меня есть, эти есть. Но, в принципе, из союзников у меня довольно большое количество друзей. Так. Да что ж так неудобно в этой майке. Таня вот тут есть. Герцогство Анжу. Посмотрим, более влиятельного, может быть, я найду. Короля, который сможет мне помочь. Я думаю, всем понятно, ну, что я делаю, как бы. Там накопилось уже, по-моему, 12 выпусков. И в каждом из них поэтапно я вот примерно рассказывал и показывал, что надо делать. Поэтому... А это у нас кто? Вот этот дружочек, это наследник, да? Когда надо сделать одну вещь, и думаю... Можно и без союза это сделать. А, так как если это наследник... А! Прям идеально. Ультра. Все. А, родственники, ну а что делать? Нужно максимально держать развитие своей династии прям на ультра режиме, я бы сказал. Потихонечку тут все отстроено, Кто смотрел, тот знает, что для любой войны это главная экономика. С экономикой даже тоже так неудобно, а? Блин. Вот. А для любой страны экономика это огромная машина, которая везет на себе весь народ. Вот. Почту за удовольствие. Так как для... военной машины денег не будет, не будет и средств. Людских. Так, интересная беседа. В виде людских и продовольческих для войны. Вот. Ну, я думаю, примерно понятно высказался. Я прям не оратор великий. Вот, но суть должна быть понятна. Может, у вас многому научиться. О, понятненько. Контакт получается уже. Сен-Гален следующий получается. Дальше у нас пойдут эти земли. И потихонечку я лишу. Это как произошло довольно-таки некрасивое. Опа. Аж отвлекся. Довольно некрасиво получилось, что вот этот дружок
самый такой ненужный момент, когда у меня было две войны, я пытался завоевать лотарингов, но это было безуспешно. А почему? Потому что я вместо того, что де юре земли, которые мне должны по праву принадлежать, ну, не мне, конечно, моему вассалу, вот, идти воевать, я воевал тут, короче, не выполнив тем самым обязательства по захвату вот этих земель, я захватывал вот эти и просто бесконечно дрался. И, наверное, первый раз во время своей игры я умудрился просто проиграть войну с большим превосходством просто. Ну, сами видите, 53 тысячи и 150 тысяч. 100 тысяч разница у нас в войск. Вот. Но я им проиграл не потому, что я был слаб, а потому что сглупил. Вот. Ну, в принципе, так многие войны и выигрывались меньшими силами. Кола ешала васела, селя вала шела, латы 8. Ну и Бавария решила восстать вместе вот с этими тут диерами, там этими. Ну, они уже захвачены, причем не мной, а кем-то. Вот. Также Лангедок решил тоже отсоединиться от меня. В общем, пока у меня были маленько разбиты войска, они объединились и напали на меня, разбили дальше мои войска. Вот, собственно, вот так поэтому и произошло, и Бавария, как мое государство, от меня соединилась. Вот такие вот дела. Вот. Ну, ничего страшного. С этим мы делом быстренько сейчас разберемся. Вот, вот эти земли я сейчас все потихонечку подменю. Раньше подменил, да, подменяет документы, подделывает их. Так, пусть управляющий несколько уроков. Так что, Альбино де Арбителло. Я без понятия, кто это. Укрепление врожденных свойств. У меня вот уже легендарная династия, в принципе. Также у меня отличнейший престиж. Ну и, соответственно, добродетели. Это для чего? Чтобы объявить священную войну против вот этих ребят и спокойно разбить их земли и забрать себе. Вот. Идеально просто. Обе гильдии могут выиграть от этого дела. Соответственно, детей я также прокачиваю. Династию также все вкачиваю. И получаю с этого просто прекраснейшие бонусы в виде верности, в виде минимального вообще соотношения в моей фракции и тому подобного. То есть, вот так вот. Герцоги. Так, посмотрим, что у нас там по рангам. Король. И у меня тут, если посмотреть, 39-32. Надо сделать вот так вот. Так, ему я уже раздавал подарки. Ничего. Разберемся с этим потом. Эмират Фес, Малик Аль-Мулюзли и тому подобное. Так, ну а теперь глянем, может быть, строить. Вновь посадить папу в Рим. Папа снова воссядет. А, все, Рим отошел. А кому он отошел? Пусть все узнают имя предателя. Бросьте его в тюрьму. Да будет так. А, владелец графства. А, вопрос у меня. Лацио. Королевство Романия, да, тут у нас? Сицилия. Не, ну а что за прикол? Королевство Тахер, Африка, Италия. Понятно, понятно. А кому же принадлежит-то Тиволи? Лацио. Что-то я не въеду вообще. Титулы можно создать?
я не пойму, а что произошло? А, это ты у нас получил. А вот этим можно уже силу укреплять. Королевство Тахерт. Правильно же? Ну да. Я думаю, тут 20 тысяч воинов. Ну, глупо это было. Нужно было лучше найти себе оппонентов, друзья. Так, главное следить за здоровьем. 59, неплохое. Нравится, чтобы знать, когда начинать войну. И быстро разбить. Так. Вроде тут с этим совсем понятно, что у нас у дочерей. Тут у нас вот эта штука, а тут у нас будет вот это. Итак, Мадалена решает, что пришла пора покинуть Мадор. На вас здесь... Давайте посмотрим. Чонград. Нет. К сожалению, Чонград. И война с Польшей мне совсем не нужна. Они не сказать, что сильные. Вот. Ну и посмотрим, как это все будет. И че, когда. Да будет так. Что можно... Так. Я немедленно отправлю... Так, ты кто? Британия. Вот ящик золотого. Переменчивый ум, здоровый ум. Логично. Так. Герцог Свалацио. Андольфо. Я понял. Это Сицилия. Сицилия владеет этими вещами. Так. Ну вот. В принципе. Ну, даже не знаю. Ладно. Тут у нас, наверное, король Антонио воссядет. А тут герцог, которого 24. Так. Принять, ну я не знаю, что тут за война такая происходит. Ну и ладно, без разницы. Посмотреть еще, как я понимаю, войск тут немного. И их уже... Ну, я еще думаю, две успею подделать. Вот, в смысле отсутствия веры. Я считаю... Вот так надо сделать. Все. Принц Чезаре де Риваль. Опа. Вот такие дела. Так, тогда давайте разорвем помолвку. И принцесса Кинга ехали 500. Да, понимаю я. Ну а что делать?
Мне нужно как, чтобы король был. Ультра. Плодовитость. Тут еще красотка, красавец. Что-то там, кто-то там. Все прекрасно. А, у них только помолвка. Все. Вопросов нет. Да, Аугсбург, моя земля по праву. И я думаю, можно что-нибудь. Ну, пусть будет вот эта земля. 54 года. Поэтому обязательно надо. Можно пока сделать вот так. Блин, сколько тут? Вижу, тут Римскую империю можно возродить. Вот. И это очень классно. А я смотрю, я не могу, да? Вы ведете войну. А, понял. Пока что императрица смахивает, обращается ко мне. Ну, пожалуйста, мы могли бы назвать ее Дыла. Это имя носит в отчестве. Что у меня была. Вообще, блядь. Ёкнулись, как говорится. Так, ну крайне этот делаю и объявляю войну вот этим ребятам. А то я смотрю, они себя хорошо чувствуют. Так. А мы пока посмотрим. Так, это ты что ли? Да. Отправить кого? Величий. Ну и что? Не могу. Зачем тогда эти университеты нужны? Стоп, стоп, стоп. И не днем раньше. Да будет так. Так, в принципе, я просто своим долгом забрать все земли вот эти. Вот. Это первое. Второе. Призвать всех возможных союзников. Блин, да че, почему же так печально так все? Не получается мне их позвать. Вот этому дружку бы поднять. И чем я это могу сделать? Влиянием. Сорок четыре тысячи, кстати говоря, прошу заметить, денег. Хоть бесконечно воюй. Так, я считаю, можно встать сюда, забрать эти земли, полтинничек у них тут. Так. Так, так. Угу.
Есть. В принципе, без особых проблем получается воевать. Сколько там? 40 тысяч войск у вас еще, да? Я думаю, это быстро закончится. Ох ты, ёб твою мать. Так, мне бы землю захватить еще. Ну, одну любую, мне кажется. И все проблемы будут решены. Переменчивый ум здоровый. Спасибо, что донесли этому идиоту вместо моей темницы. Все, вот. Вот такие войны мне нравятся. И выгоняем отсюда вот этих еретиков. Или что это вообще, я не знаю, за ребята. Вот они что-то тут. Так, опять собирают войска. Очевидно. Я думаю, уже пора бы вам сдаваться. Да. Вот как-то так получается. Теперь создать титулы герцогства Штирия. Группировать. Новый герцог слишком. Создать герцогство Куреция. Создать. Так. Аугсбург. Я дарую. Так, мнение о вас, ваш брат и вассаль. Ну, это будет у меня он. Герцогство и герцогство Штирия. Вот так даже можно. Раз. Что у нас теперь? Кто у нас? Мне надо. Кому можно именно отдать остальные земли? Так. Сардиния, Анкона. А, Куреция еще. Курецию надо, наверное, дать вот этому хлопчику, о чем без земель. Давать. И, в принципе, так, что у нас тут? Ну, соответственно, мне что надо? Денег у меня и так хватает. Есть. Какого опекуна это я буду? Ага, жена моя. Вот так вот. Такими вот легенькими махинациями я просто захватил обратно свои земли. Остается. Что? Посмотрим. До юра территории это вот эти. Странно как. Блин, это же можно было бы как-нибудь по-другому сделать. Ну ничего, с этим я совсем разберусь. То самое главное тут Монбельяр. Монбельяр, а вы к какому относитесь? К Эльзасу. А, две земли еще вот эти вот. Герцогство Эльзас. Это можно только вот попросить. А, нельзя, да? А, вот это вот печально, что Лотаринги тут. Священная Римская империя вообще разбита полностью. Изначально было сил, да? Сколько было
возможностей. Византийская империя, 68 тысяч. Они то ослабевают, то обратно возвращаются. Ну и ладно. Это не особо важно. Я не пойму, опять Рим, что ли, этот? Да нет, вроде. Скотя созвать. Ладно. Не особо важно. У меня другое дело. Пока что я продолжу этим заниматься, и у меня уже проблем тут хватает. Ты все-таки будешь этим. Наследником, да? Да. Пора мои навыки дипломатии. Ха. На облегчение симптомов, но в принципе думал, не выходит. Ой, а у тебя прям сразу та веточка, которая мне нужна. Шикарно. Вот, назначаем, назначаем, назначаем. Так, что же теперь будем делать? Принцесса Клара. Крала украли у Карла Карали. Так, давай-ка мы с тобой тут. Опять войска упали. Угу. Блин, что-то чересчур много всяких. Да, Бавария мои земли по праву, то есть. Претензии ваш. Ладно, согласен. Но тогда надо сразу вот так сделать. Правильно же? Правильно. Город Адрия. Согласен, а где это? Без понятия. Ешела может вступить в союз. Да, у меня все союзы развалились. Сразу за этим надо проследить. У меня одна... Поэтому надо мне кого-нибудь влиятельного. Можно попробовать вспомнить ребятам, что они были все-таки со мной в союзе. Польша тут. Короче, ладно. Ищем хорошего себе наследника. Блять, наследника. Союзника. Ну, что-то тут с союзниками совсем плохо. Довольно-таки не очень. Варианты, ладно. Королевство Норвегия. У этих ребят там 6 тысяч, хоть у них и территории там очень много. Ихних 6 тысяч это вообще. Ни туда, ни сюда. Ладно, возьмем себе в союзники тогда вот эти.
Да, ребенок в университете, когда это уже перестанет показывать, блин. Можете объявить войны, это все понятно. Я знаю, что еще надо сделать. У вас уже занятие пир состоялся. Да ну ты чё? Блин, да вы издеваетесь, что ли? Бьярмская, королевство Бьярма. Ну, соответственно, тут я буду не это искать. А, я, как и говорил, все, что надо мне, это кролики. Занимает это вот лишние минуты, конечно. То есть без этого никуда. Обязательно надо поддерживать в данной игре свою династию, линию наследования. Это вот без этого вообще никуда. Блять. Иначе может все печально закончиться, точнее. Даже не закончится, но просто развалится. У меня так было. Развалится все вообще к чертям собачьим. Все. Пока не останется вот так одна территория, которая... Потому что развал... Очередные войны, все будут стремиться что-то захватить и тому подобное. Сейчас мы Хаджиме возьмем вот это вот все и поперли. Вот. Так что за этим обязательно проследить. И обязательно это контролировать. Да, будет так. Вот эти двое земли захватываем, можно начинать войну, в принципе, по моему замыслу. По моим претензиям. Вон там еще я сделаю, три территории заберу. А потом все остальное. Граф Сашаумберт, что вы думаете о том, чтобы... А что за удовольствие, соответственно? Влиятельные посты, ну и все. Давайте назовем его. Антонио. Да, чего нету сверху знака? Печально. Правда, что ли? Вот елки-палки. Ладно, Антонио. Иди. Капеллану. Вот такой вот новый наследник. И управление, соответственно. Продолжаем. Денег 40 тысяч. Этого вполне хватает, чтобы их всех поработить, захватить. А, малая книга, чудесно, не так ли? Это все соблазнение, соответственно. Мне эта игрушка так нравится вообще. Но у меня уже, правда, сегодня... Если посмотреть на дату, это вообще жесть. Вот. Просто я бы как бы думал, что можно тут игру создавать вообще без ограниченных возможностей, там, вплоть до веков. Но опять же, это уже будет цивилизация. Все знают, бросить его в темницу. Вот, это уже будет цивилизация. Вряд ли кому-то это будет интересно. Ну, подольше могли бы точно сделать. Как бы понятно, что взят определенный промежуток времени. Опа.
Блин, а что такое? Почему? Принцип Феличи. Получает теперь он данные земли. Швабе, вот. Аугсбург, тоже где-то герцогство Штирия. Я знаю, что это происходит, и что происходит. Почему у меня войска появились? Императрица смотрит на меня. Любовь моя, пожалуйста, мы могли бы нас носить твое красивое знакомое. Чудесная идея. Пусть будет так. Так, в принципе. Это кто? Майгуами Сао. Пятьдесят тысяч уже накопилось. Вот. Ни минуты покоя. А, точно. Отряд наемников. Рургет из Домина Берри скоро освободятся от контракта. Ну, такие дела. Пока все дело. Надо будет сейчас посмотреть кое-что. И резко завоевать. Вот. 160 тысяч воинов. Принц Нино, Италия. Нино. Ричи. Так, ну ты, соответственно, то же самое. Управление домином. Принцесса Елизавета у нас будет ученым. Блять, ты тоже ученый? Нет, не ученым. Дипломатом. Посмотрим, что я из этих земель могу захватить. Претензии ваши. Блин, шикарно. Давайте Зальцбург и Берхсгаген тоже. Я поддел... Во, блин, прям четко так встали. Их тоже я заберу. Разом я просто разобью королевство. Королевство Баварию. Вот и все. Почту за удовольствие. Где бочонки? Я лишь делаю то, что должен. Хану потеха. Прощайте, мой друг. А теперь посмотрим, что у нас тут. Опять это, блядь, образование это. В любом случае, образование я не понимаю, что дает. Как бы дело такое, что просто я не понимаю. Типа они действуют. Принц Патрицио. Согласен. Что у нас тут? Гигантизм? Да ты красавец. Развитие тут уже пришло на полную, то есть уже и все, что можно, изучил я, все, что можно, поднял, построил. Поэтому я сейчас просто уже на фане завоевываю для вас, мои друзья, полностью вот Италию, чтобы была вообще везде. Ну и к тому же всему прочему хочу попробовать все-таки дойти до такой вещи, как возрождение Римской империи. Так, в принципе, я согласен вот с этими ребятами, что меня устраивает вот такие дела. Потом Тулуза. Давайте к нам. Давайте к нам. Орден Сантьяго, Сицилия, Италия, Курляндия. Ливлиндия, Франция, Англия. Я не против, а вот Британия. Согласен.
Отлично. Какого окна, конечно же, я. Это все я увидел. Опять этот университет вылез. Отлично, отлично, отлично. Так, стоп. Что же происходит теперь? Почему-то у меня проблемы вот тут. Ага. И тут резко война прям на уверенных таких вот парах. Так. Да, ёпта. Это раз. А где у нас тут стоит? Вообще не вижу. Пойду дальше сюда, ладно. Чеканить золотые монеты. Хороший тост, всегда понимание. Потихонечку. Как показывает честность, всегда лучше лжи. Это инфа прям соточка. С вами, ребята, я согласен. Вот она, город, блин. А я что-то тут туда-сюда, туда-сюда. И никак не могу выцепить. Чик-чик. Все, что ли? Давайте. Выполнять. Ага. Понял. Блять. Это называется вот это вот промазал мышкой. Получился мисклик. Да будет так. Все, Бавария, до свидания. Теперь что я делаю тут? Пока бабки есть, в принципе, надо пойти помочь. Да, ну они тут и сами каким-то чудом справляются. Ну я сделаю вот так. Я просто зайду к ним в землю, разобью их. Так, честь служить. Потом администратор. Соответственно. Ага. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Ладно, после войны посмотрю. Зачем воюют, я так и не понял, если честно, вообще. Предложение преемника. На куда? На Священную Римскую империю. Ну давайте я, что ли, тогда. А там как-нибудь сами уже решайте. Я пока что сделаю. Узурпировать. Вассализировать. Герцогство Нордгау. Второе. Подождите, пожалуйста. Идите, пожалуйста. Мнение о вас. Ваш брат, ваш вассал, ваш сын, Патрицио. Ваш сын. Нино, ты получишь у меня Нордгау, герцогство. Так, графство, графство, графство. И королевство. Это все на тебе. Так, теперь надо посмотреть, что именно тут. Зальцбург. А почему Зальцбург не хочет? Ладно. Так, второй же сын у меня. Ага.
контролируемо. Воины. Идут выборы. Так, 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 так. Ладно, понял. Слишком большой домен. Так, а что это тут такое? Великая ревизина. Да. Согласен. Согласен. Администратор. У меня война. 32 тысячи. Большой плюс денег. Вот это я понимаю. Дела. Дела становятся хорошо. Так. Елизавета, в принципе, 30. Есть, вижу. Так, ты, дружочек, пойдешь у меня по вот этой учености. Ты по интригам. И ты, мой Чезаре, будешь тут. Есть такие дела. Есть тоже такие дела. Золотые обязательства. Ну, вот эту я сейчас не вижу, какой смысл ее прокачивать. Она мне не особо. Вот. Так что сейчас что? Пойти атаковать их войска? Я сказал бы, даже, наверное, полностью. Согласен. Угу. Угу. Я, если честно, даже не пойму, что сейчас особо происходит. Так, получается 120 за захват. А, мои друзья, уже 16 тысяч тут. Зальцбург. Так. Хирльгейт. Есть такое дело, в совете посадим кого-нибудь. В королеву Франческу. Есть. Ну что, в принципе, операция еще. Все, коррупционера я казнил. Да что такое, в чем проблема? Что за земли тут надо захватить-то, елки-палки? Претендуют на королевство Лотарингия. А, прям вот так даже, да? То есть мне надо вот сюда сейчас прийти и еще захватить. Блин. Война оконченная, больше не владеет ни одним, на который являлись претензии. Вообще я не понял, если честно. Ну, наверное, все-таки проиграли они. Наверное. Так, подробнее летописи. Хорошие деньги, хорошие войска. Сейчас посмотрим, мы можем вассализировать ли кого. Угу. Так. Что у нас тут? У нас тут герцогство Аугсбург. Принц, ваш брат, даровать титулы. Даровать титул. Нет. Так.
Даровать. Все, получается, тут есть, да? Я как понимаю. Так. Вы у нас относитесь к герцогству Зальцбург, да? А вот герцогство Зальцбург не согласна. Вот. Как и я с ними. Сейчас посмотрим, кто быстрее, кто сильнее. Никогда не отворачивайся от трудностей. Так, есть такой контакт. В принципе, пойдет. Ну, а что тут остается? Это у нас все. Принц Чезаро, это... Да будет так. Я восстановил полностью свои земли. И кто у нас с Зальцбургом владеет, собственно говоря? Так, это ты. Забирай. Ладно, даже несмотря на то, что... Ты со мной воевала. Так. Войска объединяю, распускаю. Северные острова, моя война. А че у меня тут? С Норвегией есть какие-то особые притязания, что ли? Я не пойму. Причем тут я? Блять, при чем? Я вообще не уеду. Это, друзья, может, все-таки будешь вассалом? То мне придется все уничтожить тебя, что ли? Согласен. Ну, так, теперь ты. Королевство Англия будет очень хорошим союзником. Это вы. Вот, в принципе, как получилось, наконец-то я вернул земли под свое начало. Ой, что-то тут вообще проблема у Священной Римской империи. Земли вернул я. Теперь посмотрим, что вот тут. 27 тысяч. Неплохо. Очень даже неплохо. Договориться о союзе. Вот я вижу, что мы можем договориться о союзе. Если я вам еще дам подарочек, то мы обязательно договоримся. Великолепные новости. Так, это я не понял. Это что такое? Фризия, герцогство Фризия. А ничего, в моем? Нет, не в моем. Объявить. Так, я согласен с вами, что пора объявлять войну. Чуть-чуть потупили. И хватит. Герцогство Фризия. Вот теперь я вижу, что там надо именно туда идти воевать. Вот. Ну а это ничего страшного, я что могу сказать. Вот. Мне сюда надо идти. Кстати. Франция. Англия. Англия не может качаться против его сюзерена и вассала. Вы чего? Да ну серьезно, что ли? Вы чего вообще?
и каких-то вообще бесполезных. Мне скажите, для чего мне звать вот эти... Вообще, для чего мне тогда эти союзники? Если они не хотят со мной воевать. Так. Пойдет, короче. Мне этого должно хватить, в принципе. На, сундук золота, и отвали от меня. Так, я не могу город захватить. Что происходит? У меня войска затупили. Приветствую, мой. Я знаю, что вы верный слуга Господа, поэтому надеюсь, что, что ваш долг перед вами мешает на благо Бога. Возможно, справиться от меня. Что такое, блядь, папа Калистиус? Ну давай так, ладно, я не знаю. На тебе сундучок золота. Да что происходит? Я не могу город захватить. Ни один город не могу захватить, что за прикол? Че, осадных орудий что ли нету? Есть же. Все, вот оперло. Давай. Так, войска надо быстро разбить. Блять, да вы заебали меня с сундук золота. Серьезно, что ли? Ну, типа. Эти тоже туда-сюда ходят. Разбить. 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 Так, скажите мне, пожалуйста, как мне... О, поперла. Да что за дела? Почему я не могу осаждать? Что за жесть какая-то вообще? Тут еще какие-то 30 тысяч идут. Ну это же жесть, блядь. Надо их... Мне гонять их, что ли, получается, туда-сюда? Не могу осаждать. Как только начинаю какую-то войну с этими... Лотарингами, так все. Одно и то же начинает. Одна проблема за другой. Ну, как, например, сейчас. Ёб твою мать. Это прям жесть какая-то, я не знаю. Так, ты у меня кто? Ты у меня наследник, да?
Посмотрим сейчас по наследованиям. Это жесть просто какая-то. Вот. Одно и то же дело. Самое главное, ничего не могу с этим поделать. Вот так. А самое все противное, так это то, что я не могу скам. Блядь, вот пришли просто опять исполняют. Сейчас я вам исполню. Что-то, по-моему, я вроде начал. Да, начал. Вот теперь почему-то осаждаю. В чем прикол? А почему до этого я не мог осаждать? Все, так, отсюда надо прогнать вот этих ребят. Так, все, тут мои земли. И я наконец-то даю. Неужели? Чего? Начинается. Так, на вот этой вот прекрасной нотке я заканчиваю свой стрим, ребята. Соответственно, всем, кому понравилось, точнее, стрим записывать, всем, кому понравилось, ставьте лайки, ставьте комментарии, пишите. Обязательно пообщаемся, на все отреагирую. Вот. Буду рад, если кому-то был полезен в прохождении, в прокачивании и так далее. Завтра продолжу. Мы уже потом в следующем выпуске вот буду продолжать вот эти все дела. Вот, поэтому сейчас сохраняюсь. И уже завтра продолжу. Поэтому обязательно ставьте большой палец вверх, лайкосик, подписочку и всем пока.